плывем по ленивой речке. Вот такие тут красоты. Кирюшу хорошо держишь? Да. Кирюшу тебе хорошо? Да, хорошо, скажи. Давай покажем Кирюшеньку. Где у нас Кирюша? Вот он, Кирюшенька наш. Ай, Кирюша какой хороший. Ой, вот, проплываем аквапарк. Вон самолетик сидит, Кирюшка. Собачки. Ух, так плавает, да? Тебе нравится? Ну вот, и не красиво. Ай, как здорово, да, Кирюша? Кирюша, давай тебя снимем. А речки похожи, да, там так же речки. По протяженности. Ох, красота. Улик такой. Ты смотри, осторожно, ноги береги. А? Береги ноги. Ну, я тебе подниму. Я снимаю нас. Кирюшка, помаши ручкой. Давай. Помаши ручкой. Повыше. Опа. Ноги поджимай, да. Красота. Смотри, жирафики у тебя просто выглядывает, тебе жирафик. Как тебе тут плывет? Вода, скажи, здорово вот такие зарисовки, видеозарисовки делать, потому что есть парикмахерские. Да. Мне кажется, я в аквапарке не смогу из-за того, что я сгорела. Мне будет больно ехать. Сколько лет на... Сколько собак. Подобная ленивая река есть в отеле Вог Бодрум. В принципе, там в Воге Бодрум аквапарк взрослый. Я бы, наверное, сказал, что он там даже лучше, чем здесь. Но здесь аквапарк также очень классный, хороший, новый. Высота самой высокой горки 6 этажей. Хороший аквапарк, достойный для взрослых. И у детей отличный аквапарк. И здесь, мне кажется, вот эта вот ленивая река более быстрое течение, нежели в отеле Вог Бодрум. Да? Ну да. Здесь быстрее мы едем. И мне кажется, она длиннее здесь. Возможно, да, что она здесь побольше. Опа! Так прямо опасно шуркаем. Кажется, что как будто порвется этот круг. Да нет, уже не вступили. Надо в лунопарк сходить вперед. Ну, в лунопарк только вечером. Вот это вот жасмины цветов. Такой аромат сильно стоит. Мне вот он неприятен был, когда мы были в Боге. Но он очень густой. Он у нас прямо возле виллы был, помнишь? Но очень густой. И запах усиливался ночью. Да. Кирюша, здорово? Я тебе говорила.
Надо в номере взять тебе на рукавнички. Да. Хорошо. Релакс. Вот мы проплываем Штендеры. Be happy and see. Happiness is not a destination, it's a way of life. Это будет построен новые корпуса отеля Selectum. Скорее всего, в следующем году будет построен. К следующему сезону. Пещера, смотри, как здорово. Ух, какая пещера! Ух ты! Под бассейном и вся инфраструктура бассейна. Как-то они даже не закрыли, да? А там какой-то аквапарк. Там играли. Да, осторожно надо. Вова, там играли. Да. Там баскетбол играли. Ну-ка на приходят. Вот я снимаю. А, так это этот? Пафи. Пафи. Детский клуб. Прикольно. Пещера. Подводный грот. Подводный грот. Selectum. Luxury Resort. Сейчас выйдем. Ну, хорошо. Проплываем под взрослым аквапарком проплываем. Прямо перед нами труба с извергающейся водой. Походу сейчас мы попадем под нее. Ой, там еще одна труба, ноги береги. Ну так она только из трубы. И мы плывем прямо под аквапарком. Вот это у нас замотало туда-сюда. Огромные горки. Еще одна низвергающаяся вода из трубы. Водопад. Ух, заплываем снова в пещеру, в грот. Еще один грот отеля Selectum Luxury. Ну потому что это грот Selectum. И снова у нас впереди не свергающиеся водопады из труб. Довольно опасное, рискованное путешествие по этой ленивой реке. Преодолели несколько породов, водопадов, гротов, подземных гротов. Не такая уж и простая эта река. Вот что-то мы затормозили. Ну-ка давай поплыли, поплыли. Давай, плывем, плывем, плывем. Плывем и плывем. Выскочи, ты вот подгребай.
чтобы ускориться. Вот. Нас уже ждет наш спасатель с багром. Сейчас он будет нас ловить. Багром. Да, багром будет ловить. О, люди визжат во взрослом аквапарке. Слышны визги. Сейчас я так же буду визжать. А кто же будет с Кириллом? Так, все. Вот он, спасатель взял багор. Сейчас нас будут ловить, как кита цеплять. А вот нам туда надо? Блин. Сейчас нас поймают. Алло! Итак, вот он, ответственный момент. Нас захватили и заводят. Так, 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 так. Оп, 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 оп. Вот нас заводят к пристани. Багор. Вставай, перекрыл. Я не смогу сейчас встать. Сейчас нас возьмут.